Здравствуйте, меня зовут Ольга Александровна, моя фамилия Букина. В следующей лекции мы поговорим о транспортном налоге. Мы поговорим о повышающих коэффициентах, они изменились с 2023 года. Мы поговорим о том, всегда ли расхождение между характеристиками, указанными в перечне, и характеристиками, указанными в паспорте транспортного средства, приводит к тому, что организация может не применять повышающий коэффициент. Мы поговорим о том, всегда ли отсутствие регистрации приводит к тому, что организации не нужно платить транспортный налог, а также познакомимся с разъяснениями Федеральной налоговой службы и Минфина по поводу формирования базы по транспортному налогу. Смотрите на видеоконсультанта.